Ну и чё? И где? А, блядь! Кепка-то у вратаря. Влад, кепку отдай. Ну да, я ему написал, отмени, блин. А он... Давайте встаем быстрее. Макс. Левей. Нашел стрим какой-нибудь? Я не смотрел этот стрим, был РЛПК Лайф. Я что-то начал смотреть, потом так и посмотрел завтра на работе. Так, ладно, все, ребята, собрались, спокойненько. Не бежим, не бросаемся. Блять, поле без полосок не люблю ни хера. Так, у них, по-моему, не помню, есть забросы. У них тоже боты есть. Аларкон Суарес. Похоже, они решили поиграть вдвоем. Это. Удар по воротам. Сука. Ну, кто там? Хотят в пас нас загонять. Быстро, 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 быстро. Нет. И вот потери в центре поля. Это может быть опасно. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Аларкон Суарес. Опасно! Раньше это называлось корнер, но теперь мы говорим угловой. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. Ставит корпус, не расстается с мячом. Отскоки там повнимательнее. Закрываем игроков на отскок. Агуэро. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Хорошая игра защитника. Чистый. Через дом играю, Ген. Че? Рома был открыт, спокойно мог сыграть. Я, собственно, знал, что у него такой. Передача к голкиперу медленно развивается. Может, просто на меня пошел, потому что я ближе был. Шкртел. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Пас от своих, блестяще сыграл. Может получиться интересная атака. Хорошо укрывает мяч корпусом. Отличный пас. Положение вне игры. Реагирует Владимир. Сайт какой-то вылезкался, блядь. Не, ну там шнурки в офсайд залезли. У них аж три бота, блядь, ребят. А большой офсайд. Это. Блестящий сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Что было-то, блядь? Да я пошел прессингануть чувака у сахара.
Мяч уже в игре. Все разыграли очень быстро. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Вот это было хуево, блин. Неплохо. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Ну перекрывать вот этот пас, блин. Ребят, видите, поплотнее играя к своему игроку. Кот повыше там, по, ну, на перехвате побольше. Чё, ну там постоянно пас проходит вот этот туда. Голкипер отбивает мяч. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Это он. Тренер гостей дает указание накрывать соперника. Пас на ход может быть интересным. Твою мать, блять. Счет открыт. Ну что, лиха беда начала? Да, хочется надеяться, что этот мяч окажется не последним в этой игре. Невероятный по силе точности удар. За таким можно даже не прыгать. Все в этом ударе сложилось идеально. Так что нападающий срывает овации совершенно заслуженно. Надо собраться, там поле кончится. Ну что за хуйня-то, блядь? Не надо. Куда торопимся? Надо забивать! Мяч словно приклеился к перчаткам голкипера. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Тут может что-то получиться. Шкртел. Блять. Подкат, но игрок перепрыгивает через ногу. Отлично сыграно, надо решать. Можно сделать навес. Он бьет. Всю работу за голкипера сделал. Тот может отдохнуть пока. Это может быть опасная атака. Опасно! Не самый удачный удар. Вратарь на месте. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Плотнее, плотнее к мячу. Структура паса все-таки у него, а? Я вот не уверен, что такой футбол нужен. Катают мяч на своей половине поля, вроде и выигрывают, но играть-то не играют в данный момент. Это может быть опасно. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Аларкон Суарес. Две минуты и прозвучит свисток арбитра. Шкртел. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Удар. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Заканчивается. Не с мячом, спокойнее, Ром. Что, блин, какие-то непонятные пасы. Включайте фланг там, блин, пускай забегает, вешает, я не знаю, что делать. Они в центре контролят мяч просто, блядь, тупо нахуй, и ходят пешком, и ноги его пихают, блядь. Дайте пас, хорошо. Давай. Арбитр дает свисток к началу второго тайма. Смотрим. Может
выгодной позиции игрок. Мимо. Охуеть. Просто здорово, не дала время прицелиться и нанести точный удар. Хорошо. Активно, активно, активно. Это может быть опасно. Великолепно сыграл защитник. Здесь прессинг. Агуэр. Аларкон Суарес. Забирает мяч. Канат, конечно, хуевый, блядь. Пока неплохо. И как пробил. Блестящее спасение. Арбитр назначает главу. Макс. Мяч летит в центр штрафной. Да. Да, Леш, ну ближе. Да, не получилось у него прицельно пробить головой, и мяч отправился совсем не туда, куда должен. Так надеюсь, даже если ударит, не так не забили. Ну, по идее, там ниже должен лететь, и как раз тебе в башку, блядь. А он почему-то тебе за спину пролетает, я не знаю. Шкртел. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Он уже видел мяч в сетке, но защитник отличный удар. Гол, забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. И исполняет, что называется, игрок. Буквально закатывает мяч в ворот. Откровенно издевательный гол, конечно. И сразу видна разница в классе конкретных футболистов. Счет 2-0, укрепила команда свое преимущество. Ну что же, умение действовать не только на ленточке, это одна из основных задач вратаря. Да, вовремя он вышел из ворот и сыграл просто идеально. Похоже, они решили поиграть вдвоем. Ну почему там нету? Ну, Ген, ну встречай там защитника. Ну. Пас и пас. Увидел открывание впереди, делает передачу. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Еб твою мать. Меня отлетело как от этого, блядь. Аларкон Суарес. Блядь. Эффектная передача. Пятый. Можно бить. Вступает в игру вратарь. Все под контролем. Какой удар! Ужасный. Такого-то расстояния. Тут, конечно, обязательно надо было забивать. Вообще он бил на исполнение, но удар-то у него какой-то корявый получился. Шкртел. Мяч перехвачен, шанс не без толку, там ноги надо у них либо с краю забегать через фланг. Слушайте, давайте, да, по флангу вот здесь. Мяч отобранный, что дальше? Отлично сыграно, надо решать. Навес в штрафную. Блять, не туда. Через том. Шкртел. Там есть кому сделать передачу. Разгадали замысел соперника. Он играл в этом эпизоде и спас свою команду. Аларкон Суарес. О чем только защитник думал в этом эпизоде. Это явный фол. Посмотрим, какое решение примет судья. Просят поторопиться игроков-хозяев болельщики гостевой команды, свистит их сектор. Ничего удивительного. Гости проигрывают, а хозяева отказываются форсировать события. Это ему абсолютно ни к чему. Посмотрим за этой атакой. Подача на дальнюю штангу. Пенальти. Смотрите сами, это штрафной, железный штрафной. Здесь, по-моему, все однозначно. Явно игра в ногу, а не... Гений, да.
Ген без креста? Вроде без креста. Ну и мне так Этот пенальти он смазал довольно прилично. Уходит мяч в сторону от ворота, конечно, только пенять на себя остается. Может, завтра повезет. Годин. 15 минут до конца основного времени матча. Это может быть опасно. Блять. Агуэр. И это удар. Угловой. Ром. Вот так вот хитрят. Угловой разыгран. Не смог он удержать мяч в поле под прессингом. Времени остается все меньше, силы у футболистов на исходе, зато у болельщиков энергии еще вагон. Классную поддержку они обеспечивают команде. Но они должны были сегодня побеждать, и все к этому идет. Аларкон Суарес. Много еще играть, 10 минут. Мяч потерян. Аларкон Суарес. Это может быть опасно. Потерял он мяч. Он бьет. Здорово сыграл. Удар. Штанга и гол. Ну вот иногда мы говорим, штанга друг вратаря, но сейчас что-то вот не подружились они. Да, голкипер здесь не рассчитал. В руку попал, блядь. Фортуна была на стороне нападающего. Счет на табло говорит сам за себя. Сегодня на поле была, по сути, всего одна команда. Здесь такого нет. Шкртел. Сложный мяч. Лучше не рисковать. Решил пробить. Посмотрим, что получится у команды после розыгрыша стандарта. Мяч летит в центр. Вратарь забирает мяч. Пока неплохо. Нарушение и штрафной удар. Подобный подкат чреват нарушением правил, что и было в данном случае. Ну, здесь у арбитра не было никакого выбора. Никто бы не понял, если бы он сейчас не свистнул. Так, мне пас, Евгений. Шкртел. Мяч защитника, он сыграл надежно. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперником. Удар. И он забивает. А чё все впереди-то стояли? Никто даже там, блядь, задний подстраховал. Нужно быть большим профессионалом, чтобы так точно подгадать момент. И вот оно исполнение, причем исполнение, которое завершается голом. А, безобраз. Пробил внутренней стороной стопы, очень технично и качественно футболист, и голкипер просто уже не мог помочь своей команде. Может получиться интересная атака. И как пробил. Вот это спасение! Ну что ж, ни одного мяча он за всю игру сегодня не пропустил и, похоже, сыграет на ноль. Сейчас это отбрез, пятый будет, блядь. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. До конца он играл в этом эпизоде и спас свою команду. Отлично сыграно, надо решать. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Нарушение очевидное, и судья может показать карту. Нихуя там, чист корпусом работал. Там без всяких усилий перехват. Тут может что-то получиться. Есть хоть один. Вот вам и гол. Но это гол скорее престижа. Кто знает, может быть, и еще один удастся забить. Но времени осталось не так много. Здорово сохранил игрок концентрацию и очень спокойно сделал вратаря дурачка.
ну так уж дурачка. Действительно, для вратаря момент неприятный, но не до такой же степени. Игра продолжается, но преимущество одной из команд. Итак, звучит фин. Да. Очень много они перехватывали пасов, просто пиздец. Нас, мы в пас у нас вообще не получилось сыграть, просто не было игры в пас, все. Мне просто кажется, что открывались достаточно отвратительно, чтобы пасоваться. Чё, куда, блядь, все, всем пока, блядь, пиздец. В 11 часов время, ну ёбаный в рот. Ну, тренер гостей дает указание накрывать соперника. Маслоход может быть интересно. Есть гол, счет открыт. Ну что, лиха беда начала. Да, хочется надеяться, что этот мяч окажется не последним в этой игре. Не знаю, я Генис говорил, чтобы, блин, тренировался. Он уже видел мяч в сетке, знаете. Но защитник заблокировал. Отличный удар. Гол, забивают еще один мяч. Они... Конечно, бы пенальти забили при счете 2-0. Была бы другая игра немножко. Это может быть опасно. Потерял он мяч. Он бьет. Здорово сыграл. Удар. Третий гол курьезный, и, блин, не страховал никто там. Стацу только вратарю нашему попортили, блядь.